Прокуратура Ноябрьска обнаружила нарушение в расходовании бюджетных средств. Выяснилось, что в мае прошлого года дирекция муниципального заказа заключила контракт с фирмой «Гелиос» на проведение капремонта сетей тепловодоснабжения в центре города от городского фонтана через площадь памяти по улице Ленина. Стоимость контракта превысила 46 миллионов рублей. Однако во время осмотра указанных сетей было установлено, что подрядчик использовал бэушные материалы. Помимо этого, многие тарифы по контракту были завышены, а часть работ не выполнена вовсе. Таким образом, из бюджета Ноябрьска похищено свыше 6 миллионов рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.